Здравствуйте! Вы находитесь на канале Дмитрия Трофимова, и я, тот самый Дмитрий Трофимов, как перестать откладывать дела на потом. Только четкие и только самые результативные рекомендации. Первое. Повышайте тонус. Только что сейчас ссылка появилась на моем канале. Вы пройдете по этой ссылке и посмотрите, что оказывается, тонус действительно влияет на наши действия. Что значит низкий тонус? Это значит, что если вы приходите после работы, после учебы, и у вас хватает сил только полежать, и все, что у вас есть, это просто сериал, может быть, какие-то игры, и на этом все заканчивается. То есть сил нет вообще, может быть, только покушать и поспать. Это говорит о том, что у вас низкий, очень низкий тонус, и его нужно поднимать. Помимо этого, если у вас есть какие-то дела, и вы постоянно эти дела откладываете, следующая рекомендация – это правильная технология расписывания целей, чтобы цель вас зажигала, чтобы энергия перла, потому что когда вы вспоминаете об этих целях, сразу же хочется действовать, сразу же хочется прокачиваться, сразу же хочется каким-то образом эту цель закрыть, и поэтому вы делаете дела, и вас прет, и вам кайфово делать эти дела. И бывает такое, что это дела, которые являются рутиной, но даже когда вы делаете рутину, вы делаете ее так эффективно, чтобы в итоге дойти до цели. И только что ссылка появилась на эту правильную технологию, и обязательно посмотрите это видео, запишите все и начинайте сразу же внедрять, чтобы вас штырило от этих целей, и вы наконец-то начали действовать. И еще один нюанс по целям. Если вы постоянно заставляете себя что-то делать, и при этом вы точно знаете, что цели вас не зажигают по этой теме, где вы откладываете дела, это говорит о том, что это не ваши цели, и вам нужно остановиться. И здорово, и классно, что вы наконец-то это поняли. И вы смело можете выбрасывать эти цели и ставить другие, которые вас зажигают, и наконец-то там начать действовать. Но не забывайте, нужно повышать свой тонус. И последняя рекомендация, которую сразу же можно внедрить, и результат будет сразу, это прочитать определенную книгу. Немножко можете читать, даже по одной странице в день уже хорошо, главное просто прочтите эту книгу и те методики, которые есть в этой книге, начинайте применять хотя бы немножко. И действительно, те дела, застарелые дела, которые черт знает сколько они уже у вас там накопились и вы постоянно их не делаете, вы наконец-то начнете это делать, особенно если цели вас зажигают, особенно если вы еще и повысили свой тонус, вы точно по этой методике, которая написана в этой книге, вы сможете начать делать свои дела. Книга называется «Шаг за шагом к достижению цели. Метод Кайдзен». Прочтите эту книгу, начинайте внедрять, и вы офигеете, реально офигеете от того, какие у вас попрут результаты. Те наработки я уже давно применяю в своей жизни, и действительно результаты прут. И действительно я что-то делаю. Даже бывают ситуации, когда у меня сложности какие-то в жизни, и мне некогда делать определенные дела, все равно. Благодаря тем методикам, которые предоставлены в этой книге, я продолжаю хотя бы чуть-чуть делать дела. И самое главное, что постепенно, по чуть-чуть рост идет. Немножечко, вопреки жопе, которая происходит в моей жизни, все равно я делаю дела. Это же классно. Значит, методика реально работает. Главное, прочтите это, начинайте внедрять, и я знаю, что у вас все получится. Дамы и господа, если у вас будут вопросы, задавайте вопросы в комментариях, либо можете даже писать мне в личку. Помимо этого, у меня есть телеграм-канал, у меня есть паблик, заходите, смотрите, что там происходит. Там много интересного происходит. И самое главное, ребята, подписывайтесь на мой канал, потому что я вижу, что вы подписались на мой канал, и я начинаю еще больше качественного контента предоставлять, потому что меня это мотивирует, что вы подписываетесь на мой канал, ставите лайк и, может быть, даже рекомендуете мое видео своим друзьям, знакомым, близким. И на сегодня все. Пока-пока. Хороших вам зажигающих целей, классного настроения и как минимум 2 миллиона долларов. Ну все, пока-пока.